что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Отец рассказывал, когда горел Шейлбридж, стало светло, как днем. Или так дымило, что стало совсем темно, не помню. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да? О-хо-хо-хо. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На этих улицах я такого дерьма повидал.
В этом сундуке я храню свои припасы. Надо собраться перед выходом.